Всем огромный-огромный привет! И хочу начать это видео, фокус, с закупки, которую сделал мой муж. В общем, здесь закупка всяких вкусняшек, фрукты и кое-что к чаю. И закупочка вышла на 812 рублей. Сейчас я вам чек покажу. Кому интересно, здесь как раз и за килограмм все указано. Ставьте на паузу, смотрите цены. Вот. И, в общем-то, давайте все покажу. Вот такие вот красные яблочки. Это у нас любят, ну, все, кроме Лизы, здесь 1,5 килограмма яблочек. Это любимые Лизины яблочки. Это Грейни Смит. Зелененькие. Она у нас любит такие. Затем апельсинки. Апельсины, кстати, сейчас очень вкусные. Тоже вот как-то брали несколько штук, и они были прям вкусные, сочные, детям понравились. Ну, как всегда, связочка бананов. Бананы мы тоже очень любим. Так, по фруктикам это все. И к чаю. Он взял, смотрите, вот такие вот кит-кат. Ну, что-то, по-моему, новенькое. Мы такое еще вроде как не покупали, не пробовали. Будем пробовать. И Милка, шоколадки, просто молочный шоколад и с цельным фундуком. С цельным фундуком я просто обожаю. Вот такая вот у него вкусная закупка получилась. И здесь у меня на руке вот такой вот большой ожог. Это я пекла кексики и, в общем, об духовку обожглась. Вот так. Girl, how did you love a boy like me? Like you did.